лечим малышку, которая теперь у нас тоже раз в неделю. Ага, вот-вот-вот. Ну давайте я перехвачу. Сейчас мои лапы задние, ваши передние. Она даже в наркоз не хочет уходить. Это сурикат. Сурикаты, звери такие боевые, их не остановишь, не усыпишь. Но сколько уже? Минуты 3-4, наверное, она дышит. Я бы уже спала. Да я уже сам, наверное, скоро усну тут. Я маску не успела одеть. Да. Меня можно не снимать. Я постараюсь, хорошо. Так-то все в масках. Да, даже я. Собаку, даже я вот. Вот смотрите. Даже я в наморднике. Я увлеклась процессом. Да, все, уснули. Ура! Ура, мы спим. На какой стороне положить? Какая сторона была подбита? Встань там. Сейчас, секунду. Я могу встать там и делать все, что надо. А мне надо верно переезжать, я думаю. Дама, ты точно не беременная? Не могу сказать сейчас. В прошлый раз там ничего не было, я точно не знаю. Сейчас она, да, пузико начинает расти. Сейчас мы, наверное, посмотрим на нее. Отлично. Отлично. Но поскольку газовый наркоз практически безопасен, да, у нас? Ну да. Даже если беременна, то ничего. Вот маски все меньше и меньше. Золотая Оксана попадает с первого раза. Золотая, я имею в виду не только руки, но еще и окрас. Но всегда попадает с первого раза даже самым маленьким существам. Кто-то из врачей у нас на канале писал, из врачей детской то ли реанимации, то ли что-то, вот где совершенно новорожденные не имеют дела. Кто-то из докторов писал, что я вот буду своим коллегам показывать, чтобы не жаловались, что вену не найти у ребенка. Здесь даже не дети, здесь гораздо более крошечные существа, и все равно с первого раза все получается. Вот так. Ну, это она там стонет так? Миллилитры, все, она такая, она планирует проснуться? Ну, конечно, да, все короче. Дадим мы ее, заберем на УЗИ, по УЗИ, ладно? Да. Так, пока она хочется, да? Ну, не хочется, даже... мне прям намного живот больше стало. Даже интересно, что у нее там внутри. Сейчас увидим. Дарисочки. И все. Нет, дарисочки. Нет. Готов? Чего ты делаешь? Камера без бочки. Я не планировал снимать, честно говоря. Мне даже, ну как-то не до того. Я что-то так занят. Страшно. Ой, капушечку. Ого. Так, короче, если демон проснется. Нет, ничего. Ну она не демон. Я, ну просто она не любит насилие. Она очень хорошая девочка. Вообще насилие никто не любит. Я здесь, если что, я всех спасу. Ну а то теперь мы видим, что ты ешь морковку. Да, она ест хорошо, все хорошо. Это у нас все поправилось. Прям такая полная, серьезно. Не исключено, не исключено. Пушечка. Там же пряня. Слушайте, ну, смотрите. Мы видим детишек? Ну, как сказать. Это не прямо детишки, но вот эти структуры потом должны стать детишками. Ага. Ну ладно, вот тогда эти структуры, похожие на икринки, что нам гораздо ближе. Простите. Вот у нее внутри икринки.
икринки превратятся в головастиков. А потом, как обычно, у головастиков появляются ножки, и они выходят. Ну, только здесь не на сушу, а. Да, вижу, вижу. Еды, конечно, в ней много. Ну, мы кушаем хорошо, аппетит у нас поправился, все прекрасно. Так. Все отлично. Кому нам об этом? Не проснуться? Так, а что с диареей? Есть у меня диарея? Нет? Ну, вот-вот. Видно же, что ну, нет. Ну, сейчас нормально, а да. Дома не было да тоже? Нет. Все, все мы выправили. Мы выправились. Что мне сейчас? Ты будешь просыпаться совсем? Совсем. Сейчас через минут через 5 проснется быстренько. Что, ее переноску давайте положим, последим за ней. Вместе с пеленкой там есть? Хорошо. И посмотрим, чтобы все было хорошо. Ну, каков стол, таков и стул. Пардоньте. А стол у нас очень обильный. В общем, на это, знаете, ни один не жалуется. Что у нас со столом что-то не так? Я вам сегодня одной хурмы привез, только 40 килограмм, наверное. Это только хурмы, не считая, что я привез груши, виноград, бананы, яблоки. Можно что-то еще. Там, ну, завидовать нечему. Я здесь. А не помните, сколько она весила в прошлый раз? Не помню. Марина взвешивала меня. А по карточке посмотрите дома? Там есть на листике написано, сколько. Сейчас мы ее перевесим. Ну, я могу сказать, что у нас Максиклава шло 0,65. Исходя из этого, можно вес. А, набрала или не набрала? Да. А, я вспомнила, Марина сказала, я ее взвешу. И забыла про это. Наверное. Это вероятно. Так. Подушечку под голову. Боже мой. И колыбельная еще. Ребята, спойте колыбельную кто-нибудь. Для там... сурикатов? Да, для сурикатов колыбельную такую. Про Калахари. Пусть ей приснится то, про что она даже не подозревает. Не, ей надо петь колыбельную из Короля Льва. Ну, да, да, да. Да, включайте Короля Льва. Пусть слушает. Хотя даже не знает, что такое существует. Никогда об этом, наверное, не услышит, но почему бы не Короля Льва? Вот сразу бы так спала и быстренько бы проснулась. Ну, не хотим мы засыпать сразу. Мы такие ребята. Смешные мужчины. Бойцовые сурикаты, держимся до последнего, пока с ног уже совсем не сшибает. Угу, еще и пузатые. Ай-яй-яй. Ладно, сейчас будем думать. Домики, подогревы. Начинается веселье. Детские заботы. Да, как всегда, с сурикатами много забот, потому что так вот, как всегда, мимоходом информацию выдают для людей, которым вдруг понадобится. Потому что сурикаты очень плохо выкармливают без нижнего подогрева в домике, например. Им нужно, чтобы в домике было тепло. Домик должен быть теплым. Значит, мы продумываем, что у нас под вольером, под домиком стоит грелка. Ну, ты немножко поспишь. Грелочка будет все-таки. С грелочками посыпаться. Если мы так делаем, посмотрим, что там. И решим, что у нас снилок. Конечно, конечно. Конечно. Вот уж если мы так включили лайфово, да? Ну, давайте так вот и будем. Я даже не буду выключать камеру. Пусть, да?
Не смотрим еще глазиком? Нет, еще не смотрим. Еще не смотрим. Ладно, давай, чтобы не пересыхал у тебя глазик. Дай, закрой аккуратно. Да, все, хорошая девочка моя, красивая. А, знаете что? Пока она спит, а давайте залезем ей в зубы. Смотрите, такая, казалось бы, узкая морда. И посмотрите, какие здесь клыки. Это то, чем сурикаты всегда удивляют, потому что у них, конечно, очень длинные клыки. И кусаются они, если хотят укусить, совершенно невероятно и страшно. И эта суриката вздыхает потихонечку. Молодец, красотка. Да. Ну что, глазик опять открылся? Ну, сохнет глазик сейчас будет. Не надо открывать. Не надо открывать. Молодец, девочка. Красавица. Давай просыпаемся. Просыпаемся потихонечку. Потихонечку. Да. Очень хорошо. Вот. Черт, прямо вижу на экране, как у меня трясутся руки. Не могу нормально держать телефон. Я что-то приболел, поэтому двигаюсь только в маске и с температурой. Но вроде не кашляю сильно. И ничего не могу сделать. Надо суриката вести, лечить. А руки дрожат. Грелки. Чтобы не замерзать. Под попу, под живот. Вот все-таки заботливые у нас доктора до невероятности. Я еще раз в 135-й, в 1900-й раз хочу сказать, что такие доктора у нас во Всеволожске в клинике ЭЛВЕТ. А телефон мы обычно оставляем под роликом, чтобы люди, у которых какие-то проблемы со зверями, всегда могли сюда прийти и их решить. Будешь пересыпаться? Перевернуться на другой бок, с боку на бок. Что такое? Не надо так. Разговариваем. Не надо. Будьте повежливее, пожалуйста. Поаккуратней. Конечно, не нужно, чтобы у вас были проблемы с животными, но если вдруг такие возникли, то сразу ЭЛВЕТ, если вы находитесь, ну, хотя бы в Питере. Всеволожск от Питера очень недалеко, и вы всегда сможете добраться. Здесь очень быстро постараются все решить, включая экспресс-анализ крови. Тот, собственно, который мы сейчас ждем, чтобы понять, что же нам делать дальше, как нам лечиться и что мы будем еще принимать. Пока мы принимали амоксиклав, потому что на самом деле вообще непонятно, чем мы болеем. В какой-то момент малышка просто закисла, у нее испортилось настроение. Да. Так что мы сейчас такую общую терапию ведем. Она просто вдруг стала вялой, ей стало нехорошо, пропал аппетит, появился понос, и анализ крови показал, что у нее какое-то воспаление. Какое, мы не поняли. Найти ничего не удалось. Но чисто вот такие общие терапевтические меры уже привели к хорошему улучшению, все симптомы пропали, но прежде чем отменять лечение, все равно надо посмотреть, что и как происходит, что будем делать. Ваше злобство. Давай, злобство. Нет, у нас сейчас нету злобных сурикатов, у нас все очень хорошие. Все добрые. Ну да, потому что мы-то со всеми можем контактировать, в общем, конечно, просто вот тискать себя дают не все. Какая милая такая, прям ми-ми-ми. Она как сурки. Сурки у меня все время так говорят, когда я же баки все капаю еще. Завтра буду укладывать их спать. Вот когда я ей капаю, она так говорит. Но спокойно дается, потому что знает, что будет орех. За какой орех она продается? За грецкий. За грецкий. Нет, но она это только мне делает. Больше никому она не продается вообще. Я у нее единственный. Только я могу залезать ей в рот, в глаз, во что угодно.
Марине тоже не дается. Марине дается, но дается так, что это надо там более жестко. Ты собираешься раскачаться? Так что у Баки с Мариной сложные отношения. Она позволяет, но не так. Потому что я-то Баку вообще никак не фиксирую, ничего. Я залезаю куда угодно. Она только вот так говорит, только громче. Ну, посторонним Бака так. Я даже не могу сказать, насторожена. Она пытается даже грызть решетку. Да, я видела. Сторонних, да. Я думала, что охранная. Это охранный такой сурок, да. Если выпускать на посторонних, я думаю, что она будет их убивать, конечно. Можно вот двух сурков взять на охрану, посадить. Я скажу, что три суриката, которые вот у нас такая стая главная, да, если они гуляют, ни один человек уйти не, это невозможно. Это невозможно, потому что эта стая кидается одновременно и жрет со всех сторон сразу. Причем они, это действительно очень опасно. Мы их после года перестали к гостям выпускать, после двух таких ситуаций, когда они вдруг осознали себя стаей, взрослыми. Вот три человека, которые могут находиться в помещении с ними и делать все, что угодно, но как только появляется чужой, и этот чужой будет несчастный, потому что ему не увернуться. Они настолько быстрые, они как ртуть и нападают одновременно и штампуют там в секунду три укуса сразу. И это ужасно, потому что когда мы снимали людей с табуреток, когда они с криком, визгом там, а эти прыгают втроем, как гарпии, вокруг, щелкая зубами, а на ногах уже по 20 покусов. Они не вырывают куски мяса, это счастье, но вот своими сантиметровыми зубами, оставив 20... Неприятные. 20, сколько? 20 раз укусили, по 4 зуба на... Короче, 80 дырок на ноге может быть за 10 секунд. Хирургов бы это удивило. Наверное, да. Ну, по счастью, они у нас привиты. Повреждений, в общем, нету. Ничего такого страшного. Ну, гостей, да, йодом заливали. Ну, собственно, мы ее можем уже класть. Сейчас, 3 минуты, я еще кровь поставлю, я же не поставила. Да. Да, да, моя хорошая, да, все хорошо. Все хорошо, малыш. Малышечка, просыпаемся. Просыпаемся. Красавица, да. Давай, просыпайся потихонечку. Я здесь. Грелки лежат. Все тепло. Так, очень уж ты томно просыпаешься. Ну вот видите, уже следит за движением, реагирует на то, что происходит вокруг. Ты у? Да, ну это ж сурикаты. А поговорить? Без этого мы не живем. Хочешь кусь? Ну, конечно, да. Хочешь, конечно. Вот так вот. Можем даже и кусь предоставить, да? По желанию. Вот, я еще раз говорю, клиника Элвет. Все как хотите. Хотите кусь, будет вам кусь. Хотите быть здоровыми, будете здоровыми. Бородата, усата. Так, хватит тут спать. Ты что тут это завалилась-то опять? Спать пришла. Просыпайся, малыша. Просыпайся. Может, ты с одеялом поедешь? Ну да, пускай. Пеленка вон вторая. Хочу, мы положим между пеленками. Нет, она же была это. Чего? Ну вот, бабаеньки она такая типа вся. Ну так да. Мы вот на одной типа, она потом лежит, второй мы накрыли. Нет, Жень, потом привезете. Закрой в одеялко, пускай ее в одеялко. Ну, да, хорошо. пускай в одеялко. Не давайте, надо. Я тогда завтра постараюсь. Ну и густо потом закинешь, будет время заедешь. А у нас она... нет дефицита пряда. Так вам ей тепло будет. На мертвике. Да, будет тепло, детенка. Хорошо. О, вот. Ну, такая тяжелая, оказывается. Да. Но они же очень плотные, они же из мышц просто вот, будет они тепло. Как камень. Из мышц и нытья. Шапочку. Ну, это не нытье, это разговоры. Шапочку надо вот так чуть-чуть, шапочку вот так. Вот так чуть-чуть. Вот так. Вот. Да, фашисты. Видно, вы красоту, Лена. Все. Ладно, обидно. Спала? Спала. Спала. Все, тогда мы отпустим ее? Все, мы поехали. Нет, у нас через час стрим с чтением книжки. Гусенька. На ночь? На ночь, да, я людям читаю спокойные книжки, чтобы им хорошие сны снились. Мы не читали вашу книгу? А я вот как раз ее читаю сейчас. Это правильно. Потому что... Где книга? Нету, вы представляете, ее нету. Но вот хорошо, я обещаю, я вам общий экземпляр на клинику тогда сделаю, когда второй тираж мы сделаем, потому что у нас все разобрали. Все, мы помчались. Все, всем пока.